Всем привет, друзья! Усаживайтесь поудобнее. Сегодня мы с вами отправляемся в магазин «Светофор» за очень интересными новинками. Мне они правда понравились. Но начнем мы с вами с разогрева. А на разогреве у нас паштет от фирмы «Руском». Паштет из говядины. Стоит он 43 рубля. Но на банке нарисован белый медведь, как ни странно. Ананасы кусочками в сахарном сиропе, производитель Таиланд. По составу никаких претензий нет, он точно такой же, как и у других консервированных ананасов. Объем баночки 850 мл и стоит 70 рублей. Карамельки под названием «Капля лета» с ароматами абрикоса, арбуза и лимона стоят 88 рублей за пакет весом 1 кг. Обычная леденцовая карамель, пакетик тоже килограммовый, тоже стоит 90 рублей. Новые интересные вафельные конфеты в шоколадной глазури от фирмы Conti. Называются они Jack Mini. И хочу обратить ваше внимание, что они продаются в двух вариантах оформления. Обертка коричневая, но вот есть такая с домиками, с какими-то замками. И другая, насколько я поняла, с самим Джеком. Как же я рада, что успела застать огурцы. Продаются они по 62 рубля, кажется, 60 рублей с копейками. И огурчики есть ничего, есть побольше, есть поменьше. Причем некоторые пакетики прекрасно подойдут на засолку. И очень неплохого качества свежие помидоры. За 80 рублей у нас в городе больше такой цены не найти. Я помидоры купила, попробовала, мне понравились. И чувствуются ароматные такие летние помидоры. Сегодня мы с вами находимся в магазине «Светофор» по улице Комсомольской, и в этом магазине вот эти табуретки пластиковые по 145 рублей продаются не только в белом цвете, но и в сером. Если для кого-то это принципиально, то можете на Комсомолке найти серые табуреты. Недавно в магазине Fix Price появились подобные столики, но у них была проблема с ножками. Ножки были складные, и их необходимо было запихивать с усилием. А в «Светофоре» подобные столики, но они уже полностью литые. Имеется отделение для кисточки, например, для планшета, для книги, для стакана. Такие столики можно использовать для детей, для детского творчества. Да и самим пользоваться такими столиками, например, завтрак в постель принести, тоже очень удобно. Плотный пластик и стоит они 160 рублей. В большом количестве есть мои любимые пластиковые контейнеры на колесиках объемом 10 литров, которые стоят 97 рублей. Но не перестану я вам их советовать. Не знаю, мне понравились, на кухне вписались прям прекрасно. Также на Комсомолке можно найти рулонные шторы, которые я вам показывала подробно в предыдущем обзоре, монтажная пена, контейнеры для сыпучих продуктов и органайзеры переносные. Большие мешки корма для собак со вкусом говядины. Снова появилась в продаже пена для бритья от фирмы Арко, стоит 100 рублей, большой баллончик, отзывы по этой пене прекрасные, так что смело можете покупать. Новый освежитель воздуха стоит 37 рублей, и в этот раз он только с одним ароматом – антитабак. Интересная новиночка от фирмы BB Care. Это чернитель для резины с функцией восстановления цвета и блеска. Стоит 79 рублей. Продается тоже как и полиролики, как и очистители в виде спрея. И этот спрей предназначен, например, для придания блеска колесам автомобиля, резиновых ковриков или, например, резиновых вставок по периметру дверки. В
Промывка для двигателя, называется она «пятиминутка», стоит 97 рублей. Весь способ по применению указан на обратной стороне баночки, так что тщательно изучите, чтобы не наделать ошибок. Двусторонние термосалфетки для кухонного стола. Ну и переходим мы с вами к самому вкусненькому, самому сладенькому. Это картины, постеры за 190 рублей и размеры 35 на 45 сантиметров. Вообще сейчас эти постеры очень популярны. Мне нравятся такие мотивирующие записи, надписи, также правила для дома мне тоже понравились. Продается как на черном фоне, на белом, есть цветные. По качеству исполнения у меня никаких претензий нету. Внутри находится деревянная рама, и вот этот постер натянут очень хорошо. Выглядит красиво, в качестве предмета для интерьера подойдет. Можно даже композиции делать, можно использовать такие постеры в качестве подарка. Действительно хорошая новинка, меня радует, что вот Светофор привозит такие интересные товары. Помните, перед Новым годом я показывала вот эти планшеты для рисования, стоили они 300 рублей с копейками, и все говорили, что нет, это дорого, нет, не будем покупать, бегите скорее в Светофор, сейчас они стоят 99 рублей, и это прекрасная игрушка для ребенка, потому что рисовать на этом планшете одно удовольствие. Рисуется при помощи стилуса, а удаляется рисунок одним нажатием кнопки. Новый черный пакетированный чай с ярлычками за 74 рубля, так и называется, черный чай по ГОСТу, в упаковке 100 пакетиков. В большом количестве представлены подгузники, трусики. Baby Care. Такие подгузники я покупала своей дочери. Мне нравятся, нам подошли прекрасно. В этом магазине продается только один размер, четверочка. А также появились новые детские подгузники. Называются они Sense Baby. Стоят 280 рублей и 290 в зависимости от размера. К сожалению, такие подгузники я не покупала, не пробовала. Ничего про них сказать не могу. Но знаю, что они бюджетные и в большом количестве продаются в магазине Светофор по улице Комсомольской. Мини-круассаны в пакетиках весом 0,5 кг стоят 56 рублей. Продаются со вкусом вареной сгущенки с начинкой из вареной сгущенки, а также со вкусом клубники. И вы просто посмотрите на эти горы вкусняшек. Тут есть все: печеньки, бисквиты, сухарики, халва, чак-чак, бисквиты, рулетики, рахат-лукум. Ай, много всего. И новые конфетки аналога Сникерс, называются они Никея, стоят 85 рублей за пакетик весом 0,5 кг и в составе нуга, карамель, арахис и шоколад. Ну, действительно похоже на Сникерс. Ну что, друзья, вот и все новиночки на сегодня. Как всегда, пишите в комментариях, понравилось это видео вам или нет, было ли оно для вас полезным. Если да, то поддерживайте пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а на сегодня это все. До скорых встреч и пока-пока!